2024, как говорится, 2024 год. Лед у нас вроде на Волге сошел. И вот сейчас хочу вам поделиться теми вещами, которые я прикупил, так сказать, для оснащения своего спиннинга к завтрашней рыбалке. Начнем с поводком. Вот прикупил вот такие вот поводочки. Вот поводочки из нержавейки. Длина у них 250 миллиметров. Вот 10 штук вот таких вот поводочков прикупил. Сейчас вот их вот размотаю и вам покажу. Вот они вот смотаны проволокой. В магазин ездил. Сейчас попробую их вытащить. Сейчас очищу их. Тут так все запутано, прямо скажем, по-зверски. Вот все. Очистил, снял проволочку. Вот такие вот поводочки, короче. Дальше рассказываю, что приобрел комплект вот так называемой мандулы. Показываю их. Вот мандула. Сейчас высыплю и покажу. Вот показываю комплект мандулы в разных цветах. Вот одна мандула черно-красная. Вторая мандула зелено-желто-красная. И третья мандула красно-желто-красная. Здесь вот поводок. Вот здесь вот тройник. Двойка, здесь вот единичка, тройник. Вот так вот они выглядят. Вот, в принципе, вот одна мандула, вот вторая, вот третья. Сейчас мы ее будем оснащать. Для этого я приобрел грузики вот такие вот. Чебурашки. Посмотрим, что-то, по-моему, не все грузики. Сейчас еще поищу. По-моему, еще где-то были, остались. Сейчас гляну еще. Что-то, по-моему, не хватает еще грузиков. Короче, грузики чебурашки 14 грамм, 10 грамм и 18 грамм. Вот они, вывод. 18 грамм, 10 грамм и 14 грамм. Сейчас будем оснащать эту мандулу. Я думаю, мы ее будем оснащать грузиками. Я думаю, 14, наверное, грамм. Начинаем оснащение. Достаем грузик. Да ёпты, блядь. Все что-то заклеивается, как в жопе, блядь, ранее. Во, открыл наконец. Открыл, высыпали. Берем 14-граммовый. И оснащаем. Оснащается это очень просто. Просто заводим. Вот этот чебуратор. Дальше вот. Завели, дальше вот просто продеваем вот эту мандулу 14-граммовую.
Все, вот продели мы ее. Вид она имеет вот такой вот. Имеет вот такой вот вид. Все, продели. Теперь на нее цепляем приобретенный нами вот такой вот стальной поводок на 25. Сейчас ее зацепим тоже вот сюда вот. Для этого что нам надо? Нам нужно сюда карабинчик прицепить еще. Берем, у меня есть вот здесь вот карабинчики. Все, продолжаю. Достал я вот этот такой вот вертлюжок от вот карабинчиков у меня. И все, и сейчас его оснащаю к нашей вот этой вот мандуле. Продеваю вот так вот. И провожу. Все, оснастил, защелкнул. В принципе. Все, провел, оснастил. Вот такая вот получилась вот оснастка с 14 грамм. Одна мандула. Сейчас буду и дальше оснащать. Следующую, наверное, поставлю черно-красную. Наверное, попробую. Попробую, наверное, вот на эту мандулу 18 грамм повешу. Вот завел и ставлю 18-граммовую. Вот так же вот. Все, вот получается примерно вот так вот. Дальше опять то же самое все делаем. Подстегиваем вот сюда. Все, снадил вторую мандулу. Вот так вот она получается. Продолжим. Купил я еще вот такие вот штучки. Это, короче, какой-то червяк. Вот в таком вот раскрасе. И вторая вот такой же тоже червяк, немножко в другом раскрасе. Сейчас буду их тоже оснащать. Распаковываем и оснащаем. Посмотрим заодно, что тут за червяки эти. А, ну тут, в принципе, пакет нормальный, герметичный. Достаем. Червяк имеет вот такой вот интересный вот вид. Вот смотрите какой. Вот он. Такая многоножка какая-то. Его будем оснащать двойником. Двойничком будем оснащать. Первый номер двойничком, наверное, сейчас достану. У меня тут есть тут двойнички. Сейчас найдем, какой получше. И будем оснащать. Вот этим двойничком, наверное, будем оснащать. Ну-ка. Так.
Или может подлиньше, или может вот этим. Ну вот это, конечно, многоватый. Вот этим вот двойничком будем оснащать. Конечно, операция это довольно-таки сложная. Но попробуем. Червяк это, конечно, очень тонкий. Попробую пробить сейчас иголкой центральной вот этот проход в нем. Для начала. Чтобы меньше попортить его. Ну вот, вроде пробили. А дальше уже он, дальше уже все. Теперь надо оснащать вот этой вот штукой. Ну вот, просунул я вот через такого вот червячка вот такой двойник, второй номер. Теперь к нему цепляем чебурашку 8 грамм и поводок. Такой вот жучок получился. Довольно-таки симпатичный, я не знаю. Может быть, рыбка на него будет работать. Вот, подцепили вот такую вот многоножку 8-граммовую. Получилась она вот так вот. Ну, в принципе, неплохо так смотрится. Вот так вот она получилась. И к ней мы должны зацепить теперь поводок. Вот у меня готовый флюорокарбоновый поводок. Вот мой червячок. Цепляем к нему вот такую вот многоножку. Интересная получается приблуд такая. Ладно, сейчас зацепляю. Все, зацепили многоножку. Получился вот такой вот симпатичный вот такой вот червячок вот с хвостиком. Вот он. Сейчас следующую буду приманку. У меня еще есть такие же вот червячки, только желтые. Сейчас их вот будем засаживать. Вот, достаем вот таких вот червячков. Вот они вот такие вот, ну, типа как виброхвосты, что ли. И будем на них засаживать тройники. Будем засаживать вот такой вот тройничок. Вот такой вот будем тройник засаживать. Не знаю, наверное, многоватый. Наверное, вот этот вот засадим. Вот такой вот тройничок будем засаживать. Вот такой вот. Попробуем засадить. Сейчас вот примерим вот так вот. Прикинем, где он выходит. Ну, выходит он где-то вот здесь вот.
Длину вот так вот меряем. Понимаем, что выходит вот здесь. Пробиваем вот этот вот шарик по центру. Здесь вот немножко разводим, чтобы туда зашла, не попортить силикон. Все развели. И теперь потихоньку загоняем. Довольно-таки мощный тройник. Ну, я думаю, что загоним аккуратненько. Главное здесь не торопиться. И все это аккуратненько прогонять. Вроде идет неплохо так. Вот, получается. Ну да, вроде нормально идет. Главное не торопиться. Тогда все получится. Да, почти всю многоножку загнали. Да, вот все. Многоножка загнана. Вот получилось вот так вот. Вот такая вот многоножище. Вот ее вот показываю. Вот мы ее загнали. Вот так. И переворачиваю вот с этой стороны. Тоже загнана. Все. Вроде загон получился нормальный. Такой вот хвост. Вот такая вот игра у нее будет. Сюда цепляем грузик. Грузик будем сюда цеплять. Тоже, наверное, 8 грамм подцепим. Тоже 8 грамм подцепим сюда грузик, чебурашку. Все, вот подцепили грузик 8 грамм. Вот такая вот получилась многоножище. Вот так вот. Немножко, конечно, мне кажется, большеватый крючок, но ничего. Вот такая вот многоножка получилась у нас. Дальше к ней опять что, цепляем поводок застежкой. Сейчас будем цеплять поводок за застежкой. Карабинчик вот сейчас надо отстегнуть. Отстегиваю вот карабин. Вот тут у меня есть с вертюшком. Вертюшок вот снял. Теперь что? Теперь одеваем на этот вот карабин. Поводок. Вот все, поводок одетый. Теперь цепляем вертлюжок. Вот вертлюжок. Саму эту силиконовую штуку. Многоножку такую. Вот зацепил. Получилось вот так вот. Вот следующая моя, так сказать, оснастка. Поехали дальше. Теперь такую же оснастку, но надо, я думаю, засадить вот такие вот силиконовые рыбки. У меня есть китыч. Я думаю, на них надо засадить. Вот у меня тут 4 рыбки есть.
Надо вот достать поменьше который крючок и засадить. Сейчас найдем поменьше который. Вот, по-моему, поменьше. Вот поменьше. Вот такой вот крючочек есть, двоечка. Сейчас на него будем заводить вот такую новую свежую силиконовую рыбку. Вот так вот прикидываем, где должна башка выйти. Прикинули. И пробиваем. Пробиваем по центру. Заводим, немножко разводим, чтобы не повредить саму эту рыбину. Все, завели и потихонечку, не спеша, начинаем ее протыкать. Здесь главное не торопиться. Она нормально все проходит, тут навык нужен. У кого навык рука набитая, спокойно будете протыкать, вот как я. Вот я все, в принципе, проткнул. Вот такая вот красота получилась. Вот такая вот рыбка у меня получилась двойничком. Теперь на нее цепляем чебурашку. Десять грамм на нее будем цеплять. Вот есть чебуратор 10-граммовый. Вот на него цепляем 10 грамм чебурашку. То же самое, тут все очень просто. Разобрали. И заводим. Так вот завели. Вот 10-граммовая чебурашка зацеплена. Все, вот 10 грамм. К ней сейчас также цепляем поводок. Вертлюжок снимаем с защелки. И цепляем поводок. Поводок сюда зацепим. Вот так. Вот цепляем поводок. Вот такой вот стальной. Все, зацепили. Теперь вот здесь вот это вот цепляю. Вот так вот. Все, готова следующая оснастка. Поехали дальше. Теперь будем цеплять вот такие вот здоровые рыбки. Будем их цеплять на офсетный крючок и на джиг головку. Вот достаем одну из рыбин, ищем, у меня тут есть хороший длинный крючок. Вот такой вот длинненький крючок. Будем сейчас на него это все цеплять. Такую вот рыбину. Это у меня перевод. Вот будем вот эту рыбину сюда использовать. Вот такой вот.
Вот такой вот будем крючок цеплять. Вот все то же самое. Ищем начало. Нашли. Вот как бы верх у рыбки. Вот тут даже есть помечено. Вот так вот. Прикинули, сколько голова должна выходить. И в середине пуза пробиваем. Пробиваем не спеша. Здесь главное не торопиться. Берем, сюда будем одевать джиг-головку. Сюда будем одевать джиг-головку. У нас есть вот такие вот джиг-головки на 18 грамм. Будем одевать джиг-головку вот сюда, вот на эту штуку. 18 грамм. Для этого немножко вот почистим ее, чтобы она тут лучше заходила. Вот 18-граммовая джиг-головка. Сейчас будем одевать сюда вот этот вот наш силикон. Для этого вот так вот немножко вот чистим вот здесь вот. Здесь налет какой-то образовался. Мы его немножко уберем. И начинаем продевать. Прикинули, где она должна выйти. И потихонечку продеваем. Продеваем на джиг-головку, и получается вот такой вот монтаж. Вот, 18 грамм мы одели, получилось вот так вот. Сейчас к нему цепляем поводок замочком. Все, получилось вот такая вот приманка. Очень нормально она стоит. Все ровненько. Все ништяк. Прям четко вот по центру, по прорези, вот по этой вот. Получилось вот так вот. Оснастили. Дальше идем оснащать. Теперь вот такую же еще одну рыбку оснащаем, только двойником. Вот все протолкнули, получилось вот так вот, четко все по центру. Сюда одеваем 14-граммовую чебурашку. Все, вот 14 грамм. Вот 14 грамм одели. Получилась вот такая вот
сашибатиская рыбка. Вот она. Четко, ровненько все получилось, как надо. Вот она ровненько стоит. Башка там, хвост здесь. Все. 14-граммовая. Сейчас мы к ней будем также цеплять. Все продели, также цепляем сейчас карабин и поводок. Ну вот такая вот оснастка у меня получилась для весенней рыбалки. Два вот таких вот рыбки кейтеческих. Два вот такие вот зелененькие с двойником и джиголовкой. Две вот таких вот мандулы. Два вот таких вот, я не знаю, червяка. Два вот таких вот зелененьких. Вот такой вот, такой вот. Вот это мой краткий, так сказать, набор на завтрашнюю рыбалку. Все, всем пока, удачи, хорошей рыбалки, больших и вкусных трофеев. Всем пока.